Lean Startup Russia 2015. Много денег плохо вначале. Тратить деньги на то, чего ты не понимаешь, мешает тебе заниматься тем, что ты понимаешь. У тебя есть ограниченный бюджет времени, когда ты делаешь свой первый, второй, третий бизнес. Тебе надо в этом разобраться. И на самом деле ограниченность ресурсов заставляет тебя осуществлять ежедневно, ежечасно выбор между важным и чем-то интересным, но что можно отложить на потом. И это правильно. В маркетинг я не очень верю вообще в том виде, в каком он сейчас существует. Создавайте удивительные продукты, маркетинг к этому прилепится как-нибудь сам. Слово «виральность» – плохое слово, хорошее слово – это любовь. Ну, то есть, если то, что вы делаете, кто-то любит, это невероятно. Для этого надуть никого нельзя. Если вы сами это не любите, никто это любить не будет. Тут дело не в онлайне и не в офлайне, а в том, что надо заниматься базовыми вещами. Базовые вещи – это про то, зачем это на самом деле кому-то надо и почему надо любить вас, а не кого-то другого. Что у вас такого прекрасного? Записано в студии Sound Service.